Всем привет! Сегодня покажу я вам, как я готовлю салат кускус. Вариаций его очень много всяких разных. Я вам покажу свою версию. Начнем. Для приготовления салата кускус я возьму сам кускус, оливковое масло, овощной или мясной бульон. Он у меня горячий, я его уже вскипятил. Соль, мята, сладкий перец двух цветов, который я предварительно от кожицы очистил и порезал на мелкие кубики. Перец чили, кумин, корень сельдерея и свежий огурец и один лимон. Сладкий перец и сельдерей я отпассерую на сковороде до полуготовности. Сразу слегка присолю. Так, ну вот прошло буквально 2 минутки, овощи мои готовы. Приготовленные овощи сразу отправляю к кускусу. Добавляю немного оливкового масла, мой бульон и перемешиваю. Добавляю сок лимона, добавляю чили, добавляю кумин. Все это по вкусу. В итоге у вас должен создаться такой вкусовой эффект, как будто вы едите салат, и у вас во рту за счет чили как бы горит пламя, и в то же время за счет мяты это пламя охлаждается. Вот если у вас будет такой эффект, то значит вы сделали все правильно. Так, кускус нужно время от времени помешивать. Можно его сейчас просто накрыть пленкой и на некоторое время оставить. Но ненадолго, иначе он у вас возьмется просто комком. Чтобы этого не случилось, нужно время от времени помешивать и добавить оливковое масло. Что я сейчас и сделаю. Буквально еще немного. Попробуем на соль. Можно всего еще добавить. Мяту и огурец мы пока добавлять не будем, так как масло у нас еще немного для этого горячевато. Оставлю ненадолго, скажем так, минут на 5 настояться. Проверяем мой салат. Пробуем на вкус. Ну, не хватает еще немного кислоты. Теперь можно добавить огурчик и добавить мяту. Я накрываю его пленкой и дам ему еще минут 20 настояться. К этому салату можно сделать йогуртовый соус. Это не обязательно, но можно. Так как у меня все дома есть, я его сразу и приготовлю. Я взял натуральный йогурт, добавил туда немного соли, перца и щепотку сахара. Йогурт вы можете брать любой, за исключением сладкого. Все тщательно перемешиваем. Если вам не хватает кислоты, вы можете ее сюда добавить. Пробуем на вкус. Меня все устраивает. Добавляю мяты. Перемешиваю. И мой йогуртовый соус также готов. Мой готовый салат я перекладываю в стаканчики. Вот такая одна порция на человека. Вполне достаточно. Такой салат можно впрок заготовить для прихода гостей. То есть заранее его подготовить. И непосредственно перед подачей добавить йогуртовый соус. Несмотря на то, что я самого кускуса в сухом виде взял всего 150 грамм, вы видите, что какое количество его еще у меня осталось. Надеюсь, вам понравилось это видео. Если да, оставляйте ваши комментарии, ставьте лайки. А я вам желаю всего самого доброго и до новых встреч!